Всем привет! Сегодня 11 сентября. Вот, и я сегодня решил записать подкаст. Вот. Ну, все мы помним, что случилось 11 сентября. Ну, кстати, впереди можно увидеть новую башню. Это которая строится поменьше. Там дальше справа будет еще побольше. Сегодня, говорят, открылся мемориал. Вот. Ну, как раз подойду. Посмотрим, что там творится. На улице стоят везде полицейские. Надеюсь, меня тут не арестуют. Вот я стою около входа. Там все не пускают никого. Куча полиции. Не знаю, пропустят меня или нет. Сейчас посмотрю, что там, как там. Ну вот, я попытался подойти к другому входу. Видите, тут нельзя пройти. Там концерт какой-то. Сегодня же 10 лет. Ну как-то проходит, ну по-моему по билетам там надо было записываться. А вот тут видео завершается новый торговый центр. Его достраивают еще. Тут будет два новых здания. Попробуем прорваться, конечно. Но не факт, что туда войду. В общем, внутрь не пускают всех. Говорят, что все закончилось. Никого туда не пускают, наверное, боятся того же самого. Вот отсюда возвышается. Самое близкое, куда я смог подойти. Тут везде, видите, стоит охрана. Куча народу. Никого не пускают, всех отправляют обходить. Говорят, что типа, если вы идете в магазин, вы должны что-нибудь купить, будем проверять. Иначе не можете пользоваться вообще этой улицей, идите по другой. Вот это строится новая башня. Видимо, мне придется другой день ездить на них посмотреть. Вот, ну и на этом, наверное, сегодня будет все, если, конечно, ничего интересного не случится. Вот еще интересное здание находится. Оно все без окон. Довольно высокое. Не знаю, что там находится внутри. Вот только видно кондишн и все. Вот. Или там, где-то я слышал, что там, или там серверная, там с компьютера стоят, которые обрабатывают всю финансовую информацию. Вот. Или еще там, ну, деньги что ли лежат, наверное. Вот такое оно большое, огромное. Высокое. Тоже везде плакаты висят по поводу мемориала.